Да уж. Да и так убьем у нас. Просвещенный, я надеюсь, скачанным талантом. Зря. Не, он у нас не талантливый, я понял. Ну ничего, и так убьем. Ой, бей! Драгой света. Но сколько пало, нет? Ты бей. И по бафам. Просвещенный бафаешь 7 прота, Войд бафаешь 7 каски, Фуголы бафаешь 7 кулаки, Виталик он бафаешь 7 на 5. А, вот ты ж можешь потом на этого единорогу на лече. Босс у тебя рога еще есть. Ты сначала двух пауков. Что бы с удалябу рогу тут как-то? Да, пускай повыгонится. Играйте большого. И откуда у него Эршама? Забирайте, забирайте. Он поднимет лизни тотем. А, Ваня, ты можешь ставить рыбу? Нет. Ладно, кто может присоединиться, я дам стак. А, да, соседка. Есть. У тебя есть досер или мне дать тебе? Хорошо. Тогда ставь ее. А, выходите там с ФК, бегите сюда. Бафы я сказал, кому что бахать. Столик, пожалуйста. Да, столик тоже поставьте, надо здесь поехать. Можно спросить, а вы даете отчет перед полом босса? Отчет это мой голос. Я думал, подойдет. Нет, я имею в виду, что он есть, да? Ну, голосовой отчет. И, ну, я тебе покажу, увидишь. А, так. Так, а где стол маги? Вот, ставлю. Давайте покачать на готовность. Тыкните на столик. Кому что не хватает, пишите. Вот лизни тотем, что тебе не хватает?
Ты единственный, кто отказался. Вар. Лави, нокдаун. Сейчас. Давайте за деньги. А, Войд, давай ты будешь раздавать мусецки. На, Войд, тебе добычу. Будешь раздавать. Последний чек. Место есть? Не, фул у нас. Кибернеация, ты готов? Так, давайте все за линию. И 5, 4, 3, 2, 1, атака. Вот про это я говорил, то, что раньше с пулей. Давайте, Гер. В ложах не стоим. Вы заливаете. Молодцы. Заливает. Тупо заливаем, паладин, беги, попал, беги, попал, беги. Шип на шипе. Блять, разбейте с него шип, как так получается. Так, давай, паладин, гимн хп ЛТ, давай, гимн хп ЛТ, давай. Ты выходите. Ты отдал чешку. Бейте милики только шип, дарите босс. Гильдяля, давай ты гимн на хп. Шипы медики разбивайте. Ах, там надо подхилить. Остановитесь за спину. Никто не упал. Шипы только разбил, там забыли. Помогите шипы разбить. Танк захилил. Вот и сука. Сука. Потом, блядь, сиди, пожалуйста, за воротами. Хорошо. Давайте добивайте босса. Бейте только босса, пофигу нашу. И Войт раздавай у тески. Ну, смотри, 10 кадр нормально, да? Ну да, сойдет. Бля, ты сбоку валяешься. Ты думаешь, что я убежал от дома, блядь, из лужи было. Ладно, лизник, МТП. А, васап, залей сейчас иннер шазараку. А десер заливай фибрилляции. Понятно, тут паренька. Тщеславие, спекайся сейчас в БДК. Да, тут. Вот в ЦЛК надо нажимать выслеживание нежити или гуманоидов? Не-не, нежити. На всех боссах. А чё, я опоздал уже? Потому что я уже со шмотом. Так, давайте. Давайте футбол поварам. Так, я немножко завис, потом пить. Кстати, забыл включить это. Или она выключилась как-то. Дайте касочку кулак, вару. Дадите ему баф. Не падайте, бей. Не рыбахать. Ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Бить паукана. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить. Что за рак, он носит метку? Достигнет таких высот,
о которых вы не в силах даже помыслить! Так, давайте попрощаем на том. Баба ДК слева на второй фазе. Славя, давай ты первый сорвешь босса. Можете там ГД тринки одеть. Тупнем, да, может. И потом напуливайте на Славию, первым напуливайте на него, и потом давайте на следующего. Ставка стала. И паладинные свои капли сливайте, совы. Не сова. Ну, ты знаешь, сливаешь этот трафу. А если кровавая метка у вас скачена, ДКшники тоже сливаете с пула. Ну и все. А дальше контроллер сдаем. Проклятие диспелим. ДКшники панцирь тоже не забывайте. Бафните, пожалуйста. А. Дайте вару баф. Голова заболит. 300 баф. 300 баф. Дайте только темную магию не вешайте. Что, заебись. Давайте тогда еще один чек. Кажется ли им ты нет? Есть он, босс. Кажется. Так, все есть. Все, можете пулять. Трешак пьем, трешак заливаем, милики трешак заливаем, ДК ты тоже трешак заливаешь, да, все получится. Готовимся, контроль скоро будет, 2 секунды. 1 секунда, помогут вам по контролю тоже. Так, контроль у Лока, вы кого хотите контроль? Так, жалобу сейчас ты полевку зовут. Трешак заливайте. Ауру огня на ауру льда поменяйте. Да, паладина, кого там огонь стоит, на лед поставьте. Готовимся к контроль кидать, сейчас он появится. Вара, контрол быстрее. Да, вара самое главное. Успеем? Да, ведь. Давайте, давайте, поджимать, что у вас есть. Блядь, а мне, сука, стан давать, блядь. Славия, готовься к этого из босса, на него на пул давайте. Сначала трешак заливаем. Трешак заливаем. Сначала. Потом бьем босс. И дистанцию взяли. Сейчас кардухи появится. 5 секунд до контроля, готовимся. 1 секунда и 0. Раздавать им контроль, или ему контроль по-любому надо дать, пока он все его. Пиздец, что за хуйня? Васап. Поднимай вара, а я подниму куголы. Духов не ловите. Вара захил. Бейте трешак. И духов катите. Так, куголы, вставай. Контроль раздаем. Гимн на хп гильдали, дай. А десер поднимай хатая. Дай мне на гимн. Тогда, ну уже не надо, уже так захилили. Блять, только встал, меня снова убил. Молодцы, хить так. Может, а, стоп, сколько там гирн устал? 2 минуты. 2 минуты. Бейте трешак, духа бейте, контроль, готовимся. Следите трешак. 3 секунды до контроля, 2 секунды до контроля, 1 секунда. Раздавайте контроль, там станы давайте. Первый кидайте. Духа убивал вас. Альтея, дай гимн на хп. Альтея, дай гимн на хп. Трешак залейте, там фанатик. Бери, перейди.
У меня уже откатился гений сейчас. Хорошо. Масап, ты можешь за раку залить ману. Потом ему заливать. Бейте босса, добивайте босса. Контроль 2 секунды, давайте добивать его. Можешь отдать гимн на ХП. Цели бой достали, я бы хотел глыбу как-то ноль. Капля откатилась. Не успел. Добивать. Там каплю на нее на босса повесил, если он кто-то упал. Все, поднимайте, Паш. Пиздец, вы духом клопаете, я не знаю как. Ну, что поделать. Осколки. Ну, я, кстати, значит, кто на осколки нарывается? На мейн надо кольцо. Давайте на оф кольцо. Нокдаун на мейн? Я, да. Дима, тут, нет? Да. Остальные на оф? Вот. А давай, пожалуйста, через объявление, аж непривычно, что ты так даешь. Нет у меня объявления. Или хотя бы напиши ролл, что ли. Шанан, дай Войду ассисту, чтобы он кинул нормально, то непонятно. Да, это все равно не поможет. Войду ассисту не надо давать. Он так же, он говорит же, в РК всякую хуйню, типа меня. ДК сразу тяни дракона сюда к нам. Психопанк, походу. ДК, иди тяни к нам дракона. Гильдалис, ты здесь? Можешь отдать гимн ману и шаманы там тотем поставить на ману. Да. Хорошо, отдаю. Давай. И прожимки можете здесь тоже отдать, а не... Так, побежали на корабль. Пушку садитесь, кто хочет. Акамагош, храбрый воин. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Там боешься где-то он плохо? По местам. Блин, у меня надурили, давайте пока чекнем, потом пока иду. Так, Виталий Кунс, Аркил, Аня. Да, запускай, я подойду. Запускайте. Я надеюсь, ранцы там все взяли. А, дайте приста баф еще и все. Там мне больше ничего. Давайте ставки делать, сколько я на сурке дам. Вы видите? 11. 12, не больше. Я так даже в себя сдохнешь. Не верю. Как вы, бля, мне верите. Сейчас я скажу, сколько ты дашь, подожди. Косарь. 8к. Я, бля.
8. Ну давай я на 8. В норме дал восьмерку, то где-то так же будет. Я ставлю, что он даст 8.5. 9.6. А сколько ставка? Давайте 50 голд. Ладно, 9.6. Ну 8.5 ставлю. Ну я, короче, 10 кадам. Это твоя ставка? Короче, дам я тебе боб, и ты ничего не дашь. Давай. Я, кстати, хотел... Я хотел, кстати, тебе в ПМ написать, чтобы ты ему дал. Ну все, макро сейчас сделаю. Что, только найду иконку. Войд. Если он тебе даст пул от длани свободы, ты не сможешь крылья призвать. Ой, длани эти, длани защиты. Сука. Тогда 500 тысяч ГП кину всем. Я потом сниму. Это такая цифра там не водится. Бля, я в беду. ГП за троллинг, блядь. ГП за АФК. Да, лук был, тебе надо? Да, дай мне, пожалуйста, его для трансмута. Арбалет трансмутится, да? ГЗ. Да, трансмутится. Давайте добивать, что ломали. Давайте как-то по тени. Чем как по силе? А вместо символа лужи какой еще ставят ретрики? Там порчик, правосудие. А третий. И... символ корабля, блядь. Символ лужи на лужу. Я не знаю, блядь, ну почему только два человека дамажит? Пару человек дамажит, каждый рейд такая фигня. Экзорцизм там что, откатывается быстрее еще? Кто нам больше? А. Да, Серп, поставь, пожалуйста, рыбу. Своей шеи никому не надо, да? Можно, пожалуйста, на хуке сделать цеповая? Так, можно запускать босса. Кулак, дайте фонтан, пожалуйста, палы. И инту маги. Каску вару, фубал, дайте вару. Магия, интеллект. Приста баф. Приста баф, дайте. Как добьем, сразу пойдем на Вальку. Похилим Вальку. Ставь потом сразу пекайся в БДК, когда вём сурка. Поможешь потанчить там трешак. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через тёмный портал один. Неважно. Ваня, ты волю, кстати, забрал на Савара? Или нет? Нет, конечно. Будьте центр танчить. Да. Можно было фирме совлем сказать. Так а ты кому серию кидаешь? Смартфилу. Тебе. Давай Войду кидай с пула. Шутка. А как под крыльями не стакается?
Так, готовимся трешак заливать. 2 секунды. 1 секунда. Ой. Есть трешак. Убил. Чуть не обделался. Трешак заливать. Нажмись. Убивать же там. Только он там ДПС дал. 10 и 3. Ну, блядь. Кто там десятку сказал, да? Ну, я сказал. Давай бабки. Варенька, давай ему бабки. Ча. Посадом. Так, Славик, давай перекрыться в БДК. И Ваня, там за меня тоже заложишься. Погнали на Ваську. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Так, заходите. Я забыл, что лут раздаю, ёбаный в рот. Заходите. Давайте сюда, БДК. Тяни сюда Вальку. Войд, у тебя есть ассист. Надо кому-то. Без ГП возьму. А вот там на уф надо. Пусть забираю. Ну, кидай руку. Ты... О. Так, лайк потянул. Давайте там все буду убивать. Бурсты свои тоже давайте. Нефть небес там мало, давайте заливать. Блин, так, я хотел бы скинуть боб, а только сейчас понял, что я на магии не на ретрике. Сука. Так. А, Фиридиация, у тебя хил есть?
А какой ДПС был вообще рейда на сорте? Хреновый. А, трешак потанчишь, Славик, здесь. Поможешь. Да на чемку идем? Нет, мы идем на лайк. Заливайся тихо. Есть у кого хила спять, по сути, у кого есть. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реально. Так, ДСР. Кто еще? Хорошо. Главное хила спекнуть. Сейчас спек был. Танки начинайте. Кинь в пятую, мы с тобой. Да, сейчас я все кину. Эти мельки звезднул. Так, добивайте звезду и сразу переключайтесь в треугольник. Да, тоже помогайте с ним. Треугольник там бейте, он нам бомжа не вызывал. Тяни там ДК кого хочешь. Мельки бейте. Вне поля зрения был. Ну да. ДК забирай, у вас там три танка. Бомжи пока найти. Да, можно бомжи дать. Блин, я его там не подниму. Не. Дай сбоку, блин. Давай. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сирены. Вставайте. Иди командира забери. Или капитана.
ты выбрал Крок. Лол, Сталин опять убил. Может быть. Добирайте, капитан. Так, Лослови, я смотри, вы здесь вообще? Я тебя подниму. По имя Серебряного Авангарда. Вы страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Пекась, Глизнита Тем хила. Десер тоже с пекась хила. Все хилы, в общем, хилите Вальку, я соло по хилерей. А, на, Глизнита Тем на связь. На тебя ассиста и вешай на себя метку. А будешь рей. Так, давайте пока чек на готовность. Тема на топью и начнем. Дайте мозг. Там магии можете им прокинуть, шаманами обновлять. И усиление магии тоже вешайте на Вальку. Что там Лизнит это на тебя? Кто там топовый хил дает? Фибрилляция, ребят? Тайный чек. МК дайте по хазару. Есть у тебя МК. Так, все готовы? Давайте, поехали. Не вижу. Диспел. Вы должны мне помочь. Но я массово не могу диспел. На исходе. Залечите мои раны. Три представления. Все лагают. Да, да. Ты так сдохнешь в следующий раз. Сдох. А, Вар, вы так не врывайтесь, пожалуйста, мелки. Вот у вас такие есть. Слева. Подавители бейте, а слева далеко, о, справа далеко и справа близко. Морда. Бейте подавителя. Справа. Давайте еще один портал дадете, выйдите и дадите первым. Давайте в эту сторону, там ближе. Альтея, возьми в таргет Вальку и дай гем на хп.
Как так? Гильдаль, давай то же самое. А Одесса, расставайся в хиле. Не успел захилить. Мага. Кого мне спикнуть, ты мне скажи? Шамана, куда рукава пошмот? Да. Угу. ПДС распекается. Господи, есть спеки. ДЦ? Зачем мне 2 ДЦ? Может, холи приступ кого-то есть? На, я раздавай его. На мейн надо кому-то? Да какой нафиг ДПС на Синдре? Там половина в метках, половина освобождена. Да, да, я заберу. Это новых? Я на мейн. Два бегцов в крыса упала, ну. Кто на мейн? Кто на мейн? Кислава, Кислава на мейн. Нокдаун и Чеславию. Так, нокдаун шмотку уже получал с леди. Лол, объясните меня. На качелях. Ты заебал. Кольцо рольте. Ну я тебя не могу поднять. Даже так. На лифте нельзя поднять. Тебе придется вставать. Вар выше, а грима. Ладно, короче, я потом зайду, вы скажете. На 0,2 выше, пиздец. Это просто пиздец, бля. Нахуй ты пришел, вар? Нахуй ты пришел, вар? Ставил выключать и заебали. Да, ставил, сейчас надо отключать. Снова месяц уже не будет падать это ебаное кольцо. Так, чистите крышу. Дракончиков держите танки. Отойду, чай налью.
тотемы с ней забирать и петов отводить. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Так, я тут. Датчик на готовность. А, в общем, на второй фазе освобожденку не стакаем, только хилы могут стакать в крайней необходимости, а РБД вы вообще не стакаете, мелики то же самое, там, три стака и хватит. Ну и все. Ну и на второй фазе я скажу. А что-то можно заходить? Да, да, заходи. Да, можно. Время, деньги, друг. Сейчас мы еще мага забафаем и начнем. И крик на ХПВР не забывайте. Бафайте мага. Дайте магу каску, МП5. Так, давайте чек на готовность. Фибрилляция, ты здесь? Фибрилляция, ты тут? Сейчас шаман подойдет, только никуда не отходите. Он тут. Давайте еще раз. Просвещенный, у тебя есть фрешмон? Ну, тогда будете его хорошо хитить. Может быть, тогда вот этот Виталий Кун у него есть просто? Да, и так захитить. Все, все готовы. Можем запускать. БДК запускай и сразу хант на пул на него даешь. Так, смотрим, там чуваком освобождёнка. А на три хелах освобождёнка, много не стакаем. Так, это он сейчас вертяжка, которая будет. Одна секунда. Так, бежать. Дно ебаное. Так, на 4 хилах освобождёнка. Сейчас звёрка будет, так что нормально. Метки вниз. Так, давайте прячемся. А слева близко падает. Подбивайте крайне левые глыбы. Слева падает. Крайнюю правую тоже надо подбить. Я подобью левом один, убейте. Так, по крайним левым уже стоп. Слева падает последняя. Там можете проход идти. Все, разбивайте глыбы. Пасап поднимает ДК, я подниму вара. Блять, опять сопротивление. Так, много не стакаем. А гримар, слышишь, я надеюсь, не лагаешь. Ты
сидишь тут, за которым тебе притяжка будет. Беги, малышка, беги! Побежать. Вы чувствуете, как ледяная ладонь репещите, смертный? Ты там не лагаешь? Я тебя поднимаю, так что давай. Там бафы дадите на взлетке. Так, снова воздушная фаза пошла. Смотрим на кометке. Там поносите кто-нибудь. Я сейчас метки буду. До склепа падаешь. По центру слева. Ваня Пета перенаправь. Ваня. По центру. Шо, пофиг. По центру тоже на месте. Блядь. Разбили, блядь, конченые. Пейте так. Десерт поднимай. Мы поднимаем. Павел. Вара, блядь. Сомнения какие-то, что ли? Ну, поднимай его, да, Вара. Церезия. 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 Больше не падает. Да разбили губу, блядь, дебил. Да я понял. Ой-ой-ой, посад ты там аккуратнее. Твою пал, бля. Под босса несу, а милики отошли. Сразу разбить меня. Так, сейчас на всех. Почти на всех хилах освобожден, кроме меня, так что давайте не стакайте под босса, не си гиль дать. Танка хиль. Я его хили. Чего вы можете там стакнуть, один его стакает, хватит. Беги, малышка, беги! Не бейте по голову. Давай под босса, Родейлс. Гер можно дать. Си меня. Идем. Нажми, один раз ударь, потом отмени атаку, чтобы не настакивать. Давайте, разбивайте глыбу. Следующий тоже под боссом. Блин, можно было вести под боссом. Милики тоже. То можно. Можно было, блядь, сторону вынести, но хуя Геру тогда отдавали. Чтоб ты спросил. Все, я здесь, уходи нас, отмени на себя. Один он, давай под боссом. Моё Геры, блядь. Гимн на ХП ЛТ, дай. Гимн на ХП. Это босс не ФПС. Следующий тоже под босса. Притяжка будет не бить. Да, я ее сейчас не разбиваю. Беги, малышка, беги! Спять разобьете, блядь. Не разобьет. Даже давай гиблять тоже под босса. Мы не стакаем. Еблан, ой, сука. Че, все заморозились нахрен? Да. Блядь. Давайте ГП за такую хуйню. Причем гильдали уже не первый раз. В смысле не первый? Падать. Ну, буквально месяц или по полтора назад тоже гильдал заморозил всех. Никогда я никого не морозил, не надо. Ну, Войт может а напомнить. Ты... Просто, блядь, доп ИП проебал, сука. А вот это ты правильно сказал.
А, или не-не, Гильдаль тогда, помню, в сторону выбежал и потом добежал. Мне все нормально было, я никогда не морозил. Не, ну за тобой точно косяки были на Синдре. Нет, нас. Я ХП получал один раз, только вот не считая этого. Это я неправильно метку вынес в РСке 25 гер. Вот, вот это вот один раз я получал ХП. Больше я косяков за мной таких не было. Давайте. Давай будем последовательны, да. ГП, давай всем, кто пал. Так у нас только показала Ремар и Гильдаль. Ну, психопанк. ДБМ крикнул освобожёнка на мне, вот и все, метку он не крикнул. И откуда тебя крикнуло, блин? Так надо смотреть в дебафы. Психопанку тоже не давай. А он за что упал? На бомба. Он, наверное, не спрятался за бомбой. А, да, все вижу, сейчас ему дам. Так, давайте раздавайте бафы. Кому что не хватает, пишите. Кулак вора. Дайте кулак. Лапа пристабав. Инту. Блять, давали инту, где ты выходите. Есть инта у цепки. Так, давайте еще один чек. Виталиком, ты здесь? Кулак, по паладину бафните по себе. Хуя тебя мед за что, ГП? Тоже какой-то долбоёб метку разбил? Так ты умер. Умер. Притяжки за глыбы, кто не умер? Так, все готовы? Погнали. Сейчас потом разберем, господа, этого ДК. Давай бомба, психопанк. Тихо зарак на притяжке. Каждый раз. Так, на двух освобожденка. Так, готовимся, скоро притяжка будет. Беги, малышка, беги! Ижак. Метки вниз. Давайте встретимся. А, справа ближе к центру падает. Так, крайне лево бить, справа падает. И крайне право тоже надо подбить. Слева падает. А центрально чуть-чуть только подбейте. На лестнице стопнет. Падает. Все, не бейте там скрип, хватит. Что ты делаешь? Ну и разбивать скрип. Так, на двух хилах освобожденка нормально. Я впервые на меня освобожденка не тянул, сука. Беги!
Так, побежали. Так, на трехах соблюдем, даже на четырех. Там как держать. Если не попадаете. Я его подержу. Метки вниз. Также подбивайте. Что ты делаешь? Лево падает. Кому? А, далеко справа падает. Так, крайнюю правую подбейте еще. Я бью, а, не бейте. Справа падает. Я понял, тогда не бейте. Все, стоп, дамаг по глыбам, хватит, не бейте, не бейте, вы сейчас разобьете их. Вот уже можно разбивать. Так, на трех лах освобожденка. Давайте первый под босс. Близнецы тем под босса. Не разбивайте. И этих оболтусов тоже. И дать под босса. Так, я сейчас отдам чешку. Эй. А вы оставляете чешку сейчас. Понадобится. То есть я не разбиваю. Какой хан бьет. Давай под босса. Нету, каждый поговорит. Под босса. Разбивайся. Вэфсей, ты тупой, что ли? Разбивайте, разбивайте. Следующий тоже под босс обязательно. Встань в рейде и жди, пока на тебя метка кинется. Альтея под босса. Паладин, я уже здесь давно. Бля, разбивайте их. Он ясно упал. Поднимать его? Да, можешь поднять. Давай его под босса. Разбивайте. Вариация под босса, ее не бьем, сейчас притяжка будет. Меняй. А, поднимай Дестера. Дин, надо поменять, мне надо скинуть, уже 8 стаков, много будет. Где его менять? Давай под босса. Отдайте гимн на хп Альтея. Блять, разбивайте этих дураков. Давайте, герои, разбивайте их. Левсей, ты третий раз морозишься. Следующий под босса. Ты дурачок? Разбивайте, следующий под босса. Милики отошли. Милики отошли. А давайте чешку хилы. У вас не на КД. Под босса следующий несем. Отойдите от нее быстрее. Ладно, бейте босса, босса бейте. Сорян, сорян, я это. Бывает, босса бейте. Задумался. Встреча за нее. Следующий под босса. А, Гильдаль, отдай гимн на хп. Гильдаль, отдай гимн на хп. Альтея под босса неси. Мелики уйдите. Мелики, да, точно. Смотри. Блять, вы... Это левсей, он тупой просто. Сейчас, не разбивайте. Забыл сказать. И все, следующий в сторону выносим. Следующую в сторону выноси, как кто увел, выноси в сторону и бейте босса. Все, хилы кильте там. Больше активно. Не меня. Бейте тупо босса.
там еще много. Нормально, давайте. Бейте босса. Следующий тоже в сторону. В сторону, носи хаба. Бейте, бейте, там полтора ляма стало. Всё. Убили. Так, так, ДК сдох от притяжки туда, который мне дал 100 ГП. Он 5 раз морозился. Да, 5 раз морозился, он просто глупо. Так, я понял. И Шазарак там, по-моему, тоже падал, да, от притяжки на первой фазе? Дроти токи. На первом трае, да, я упал, я вносил субарзинку и... Куда дальше? Кровь, чума? Да, сейчас пойдем на совет, давайте пойдем. Немножко облегчимся. Да, можешь не привык, кто знает. Может, как-то с другой тактики ебашил. Ты на тотем кидал нокдаун, да? Это лизни тотем, слышишь, на первый... Не, не кидал, я сорян, но я же забрал уже кольца, мне больше не надо ничего с этого целка. А, спекайтесь там назад в своих ДД, а... Этот... Лизни тотем, там сдох психопанк, или этот, как его... Психопанк Лаплей... на первом трае не спрятался за клыбой, по-моему, его убил. И разбили метку, и он умер. О. А, ну вот, он из-за этого упал. Мы отнимаем. Ты не путаешь, когда там двое-трое умерло? Я увидел, что трое сдохли сразу, но я не заметил. Он там не он. Я забылся уже. Он когда один умер? Там первый раз, да, я там не спрятался за несколько, понял, чуть-чуть.